Ребята, всем привет! Мы едем, так сказать, в Серпухов забирать культиватор. Ну, дальше не знаю, что будет. Наверное, будет все интересно. Ребята, смотрим. Огонь, будь огонь, скорее всего. Огонь, да. Итак, тест камеры. 5 минут. Полет нормальный. Да, может, я лучше в окно? Короче, сдавали мы недавно. Уже есть машина. У нас все, карбюратор тут. Вроде как починили, починка 2000 рублей. Ребят, в итоге думал не делать сегодня выпуск, а получается так, что у нас полдня пролетает. Все-таки сделаю хороший выпуск сейчас для вас. Сейчас только найду тут места не столь отдаленные. Короче, мы опять на рынке. Сейчас курочек возьмем, штучек 5 в тот раз. Ну вот смотрите, короче, вот такой рынок был. И что будет сейчас? YouTube. Короче, вот таких мы брали в прошлый раз. Взяли их 11 штук, одна у нас померла. Так вот, давайте посмотрим, кто тут.
Такса карликова, той терьер, русская салонная собачка, золотистый йорк. Это кто? Вон тот, наверное, золотистый, да? Не знаю, но они мелкие, нам явно такие не нужны. Нам вообще собаки не нужны. Ну да, но просто вот. Кошары. Давайте сначала вот этих жопошников. Короче, мы с кроликами уже занимались. Больше 130 кроликов у нас было. Ну, что скажем на камеру? Такая интересная, как космическая какая-то кошка. А это индюки. Да? Они еще маленькие, да? Да. Да. Колодин и это домашние, подростки, курочки. А вот это вот, которое тебе говорит. Вот эти каждый день несутся, да? А сколько им по возрасту? Вот они уже есть. Уже вот. Есть, да? Вот, но они мелкие, да, есть да, у них? Они молодые, а ну я всегда мелкие. Ну что, может вот таких? Вот только здесь. Ага. 850. Скажите, вот вот эти вот мне больше нравятся. Это вот действительно мясные. А те везут каждый день. Что делать? Давай узнаем полностью. Ну, скажи гав. Я говорю, курятина, гав не умею говорить. Посмотрим, что дальше. Да за 54 рубля. Вот такая тема. И камера 33. Рубля. Только с тремя нулями. Понятно. И что, она цветная, да? Еще как. Блогерская камера, как обычно. Хорошо. Что, зверятина? Пойдет на телевидение? Пусть идет на телевидение. Ну, скажешь нам? Вот это зверь. Ну, каждый день почти у нас несутся. Промышленные птицы больше полтора лет. Значит, домашние птицы 5 лет несется. Да у нас есть такие домашние. А промышленные это, больше. Вот этих мне расскажите, что за куры такие? Вот эти. Ворота, пекинские. Пекинские, да, они так орут. Да, но это петухи орут. Флегматичные. А у нас были мелкие, это просто... Китайские. Китайские кенхины, они и есть кенхины. Китайские. Китайский шелк это одна пара. Кенхины это совсем другая пара. У нас вот такой вот, типа такого, забирюзованный серьгами. И заорался весь мы его. Отдали. Ну эти как несутся, да, вот эти? 160 и... Ага, то есть через день, да? Ну вот, а как раз нормально. Ну только они огромные еще. Ну да, тяжелые. Даже поднять их, они по тяжести. Мясо. Это ты нам скажешь. Обычная птица. Давай еще разок. Молодец. Белый обычный. Сколько она по времени? Да. 340 градусов. То, что она вот год от... Ой, какой 340? Фу, вру. 180. 340 это я это путаю. Коза на 340 глядят. Да, камера 180. Даже собака. Домашняя птица, Загорского Сососева, до 5 лет несется.
да? Давай, бери этих. Да подожди ты, надо решить. Это домашний пес, это порода. Она вырастет, и сейчас по 7 месяцев, они еще будут крупнее. Такой петушок тоже, это загорский лосось. Говорит, камеру уберите, как, говорит. Как семью создать, так и можно отдельно. Ну, они не каждый день живут. Да, эти кричи. Каждый день несут. Давай. Вот, молодец. Если пекинхины мясная порода, они через день, так эти каждый. Другая порода совсем. Да, домашняя птица. И она будет 5 лет до 5 лет у вас нестись. А промышленная она год, полтора это...